Все, что ты делаешь, должно приносить пользу. Приходит время, когда задумываешься о том, что ты сделал в жизни. Герой документального фильма «ТМ» 90-летний ветеран войны Трушин Михаил Иванович прожил большую, насыщенную жизнь. Общественный деятель города Коломны, подполковник в отставке Михаил Иванович 33 года отслужил в армии. Задержал 49 нарушителей на границе страны. Принимал участие в строительстве 3 городов. 17 лет работал в гимназии номер 9 города Коломны военруком. Несколько лет назад в Коломну приехала группа студентов в ГИКа снимать фильм о школьном классе, в котором Михаил Иванович Трушин был военруком. О том, как изменились бывшие одноклассники, их характер и черты, как они пережили лихие 90-е, чего достигли. Однако личность военрука так заинтересовала авторов, что они решили снять фильм именно про него. Фильм прошел 8 редакций, был сокращен вдвое. В итоге на 35-м международном студенческом фестивале в ГИК 26-минутная версия прошла российский этап фестиваля и вышла во второй международный тур. Фильм рассказывает о ветеране войны с необычайной жизненной силой, который даже в свои 90 лет продолжает активно участвовать в жизни страны, семьи и будущего поколения. Документальный фильм «ТМ» смотрите на нашем канале сразу после выпуска новостей.